Выставка в Доме художника под названием «Тихая живопись» Михаила Тихановского приурочена к 50-летию со дня рождения автора. Михаил Тихановский занимается станковой и монументальной живописью. Он работал в Загорской художественно-промышленной мастерской, музее-усадьбе Абрамцева, есть и опыт театрального художника Дворца культуры имени Гагарина. Михаил любит путешествовать по миру. Впечатления от поездок и встречи с людьми ложатся в основу многих его работ. Все проекты делаются совместно с кем-то. И все работы написаны, они связаны с теми людьми, которые меня окружают в данный момент. Окружали меня другие люди, были другие работы. Здесь вот эта выставка состоялась в том пространстве, в такой немножко маленькой ассорти. Художника поздравили друзья и коллеги. Председатель Сергиево-Посадского отделения Союза художников России Иван Харченко вручил диплом от Союза художников России за успехи в творчестве и содействие развитию изобразительного искусства России. Что поражает всегда в его работах, это неуемный интерес к жизни, ко всем ее проявлениям. Автор выставки назвал происходящее не открытием, а действием. После короткой официальной части Михаил Борисович объявил: «Рисуют все». Под его руководством любой желающий мог создать свое собственное произведение. Подключились и взрослые, и дети. Таким образом, открывать выставки Михаила Тихановского уже традиция. В одной из витрин представлены дорогие для художника детские работы, созданные на предыдущих выставках. Работы интересные, как и художник, как и эта вот огромная выставка, в разных техниках, в разном отношении к материалу, с разной философией, очень богатый, очень многогранный и завораживающе интересные. Его коллеги говорят, что Михаил Тихановский не только талантливый, но и очень инициативный художник. Это подтверждает тот факт, что в данный момент у него проходят сразу три юбилейные выставки. В арт-центре на улице Патриарха Пимена, в библиотеке имени Розанова и в Доме художника. Сам автор признается, что рождение творчества сродни рождению жемчуга и приглашает поразмышлять об этом вместе на своих выставках. Любовь Лукашина, Сергей Власов, «День города».